По данным телеканала, 28-летняя водитель Тесла заявила полиции, что в момент аварии у нее был включен автопилот. Она также признала, что перед столкновением смотрела в телефон. Полиция Саут-Джордана работает со специалистами из компании Tesla над получением данных с видеорегистратора. Это может занять несколько дней, отмечает телеканал. Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи, электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.